Российские пилоты спасли от голодной смерти белого медвежонка. Его одинокого на льдине разглядел с воздуха экипаж вертолета Ми-26. Взрослых медведей рядом не было. Летчики приняли решение совершить незапланированную посадку и накормить зверя. Медвежонок с такой жадностью набросился на еду, что пилоты поняли, без людей он не выживет. Он никаких признаков агрессии ничего не принимал, не воспринимал ничего. Людей принял как своих. Мы хорошо пролетели весь этот район, посмотрели специально, может, дети, может, она могла спрятаться там, куда-нибудь или уйти подальше. Нет, мы ее так и не обнаружили. И, судя по состоянию медвежонка, матери у него уже давно не было. Он потому что голодный был. Так бы, если бы мать была бы, то, во-первых, она бы нас и не подпустила бы к нему. И был бы не такой голодный, я уверен. Мишку назвали Умкой и отвезли в заповедник на остров Врангеля. Спасатели обещали навещать своего подопечного и угощать его летным сухим пайком.